Базар ТВ представляет. Спасибо, что вы смотрите наш телеканал Базар ТВ. И сегодня, минуточку внимания, я до сих пор не понимаю таких обзорщиков, которые достают кнопочные телефоны, а ведь люди до сих пор покупают кнопочные телефоны в основном для того, чтобы звонить. Более того, кнопочные телефоны покупают в основном люди старшего поколения. Они в основном не разбираются в технике, и они, вот им важен именно кнопочный телефон. Но есть такие обзорщики, которые распакуют вот этот вот телефон, допустим, распакуют вот этот вот Philips, показывают внешний вид от сих до сих, какой аккумулятор. Но в чем загвоздка? Я очень, кстати, переживаю. Тем, что они не вставляют сим-карты. Они просто вставляют аккумулятор, закрывают крышку и просто включают телефон, показывают, какой экран. Бывает такое, что показывают набор номера, но они сразу показывают меню, от сих до сих показывают просто, допустим, органайзер. Они просто не ставят, например, будильник, секундомер, календарь, какой-то фонарик. Фонарик бывают, конечно, и показывают. Это очень важный фактор, но они просто не ставят, а потом переходят в следующий пункт меню. И так до бесконечности. А бывает такое, что просто заходит вот сюда, потом сразу выходит и снова в следующий пункт меню. Какая камера, но просто показывают, какое сообщение, записная книжка. Бывают такие обзорщики, которые они не показывают, сколько записных книжек можно хранить в этом телефоне. Так вот, в этом телефоне, например, нужно все-таки показывать, а это очень важный фактор. Вот, 1000 контактов, да. А бывает такое, что заходят настройки, просто показывают телефон профили. Вот за что я еще переживаю, так вот профили просто показывают, а потом выходит, не показывая, как звучит телефон. Есть ли вибрация или нет? Вот за что я переживаю. А ведь есть такие частые вопросы. Как звучит телефон и какая вибрация? Или присутствует вибрация, или отсутствует все-таки вибрация. Вот за что я переживаю. На мой взгляд, это очень даже неправильно. К счастью, на канале Базар ТВ все показывается. Вот я делаю распаковку, потом показываю внешний вид. Потом показываю, какой аккумулятор на 1600 мАч. Бывает, иногда не показывают, сколько симок ставить, но я, бывает, объясняю звук, чтобы было понятно, а иногда нужно все-таки показывать, как вставляются сим-карты. Хотя не показываю, как вставляются сим-карты, но зато слоты показываю. По одной простой причине, чтобы не спалить номера сим-карты и имей-номера на телефонах. Но, тем не менее, объясняю, как есть. Зато вставляю, слава богу, сим-карты свои тестовые. Потом вставляю аккумулятор, закрываю крышкой, включаю телефон. После включения я, по традиции, показываю, как звонить, с какой сим-карты. Более того, показываю, как блокируется клавиатура вручную и разблокируется. А если присутствует фонарик, то я показываю фонарик. И только после этого захожу в меню и показываю все, что есть, допустим, в этом телефоне. Органайзер, показываю будильник, сколько будильников можно поставить, секундомер показываю, календарь, есть ли с добавлением событий и нет. Так вот, к счастью, это есть, кому это нужно, тот и записывает. Калькулятор вот какой, показываю. И фонарик, кстати, отдельно. История вызовов, если, конечно, не спаить чужие номера, кроме тестовых, скажем, операторских. Мультимедиа показываю
Можно сказать полностью, даже аудиоплеер, видеоплеер, диктофон как пишет, в каком формате. К счастью, это есть формат файла WAV и AMR. Какого качества, я объясняю. FM-радио бывает, показываю, нужно вставлять наушники, чтобы показывать FM-радио. Собственно, камера, сообщение полностью показывал, диспетчер файлов, соединение, что с Bluetooth, что с браузером. Хотя, конечно, браузер это не идти что гладь, но тем не менее. Контакты я хоть и показываю, хоть пустой список, но по традиции я объясняю всегда. Хоть и бывает что-то пропустил, но тем не менее. Показываю значок контакта, что можно занести, имя, мобильный телефон, домашний номер. Это, по-моему, группа и мелодия звонка отдельно. То есть, какие функции поддерживают на самом деле. И сколько памяти. Более того, к счастью, я показываю в профиле, в настройках, какие мелодии, то есть, какое звучание у этого телефона. В типы оповещения, тут мелодия звонка, вибрация, то есть, и вибрацию даже проверяю. Бывает и не проверяю, но бывает и такое, рассказываю, что вибрация есть, к счастью. Но надо проверять. Сразу скажу, что, к счастью, я имею 4 тестовых сим-карт Мегафона. В основном для того, чтобы проверять телефоны. А ведь просто так нельзя проверить без сим-карты. Вставляя сим-карту, можно полностью проверить, как звонит, как звучит телефон, какова вибрация. Просто разные телефоны, бывают разные отличия. Бывает такое, что вибрация, а тут надо позвонить на этот телефон, чтобы продемонстрировать вибрацию. Есть и такое дело. Но, к счастью, в этом телефоне есть, даже на телефонах, на чипсетах Spectrum, есть возможность просто проверять вибрацию и звонок. Каково все это? Вот как надо делать, а не всякие там обзорщики, у которых столько-то подписчиков и столько-то просмотров, но они забыли показать самое главное. Как звонит, как звучит, какова записная книжка, как создается записная книжка и так далее, такое прочее. Вот за что я переживаю. А при чем здесь второй телефон? Оказывается, в этом телефоне я уж показывал, к счастью, и в обзоре этого телефона. Это Alcatel 2053D. В обзоре и в Alcatel 2053D и Comic Call, то есть входящий звонок. Так вот, показывал, что на самом деле есть даже 2 красных индикатора. Собственно, конвертика – это входящий звонок и пропущенный звонок и SMS-сообщение о том, что на самом деле индикатор-то и есть на самом деле. Более того, есть индикатор зарядки. Хоть я объяснил, что есть на самом деле. А так вот такого вот Alcatel я показывал полностью, как звонит, как звучит телефон, как звучит полифония на самом деле. Все показывал, к счастью, даже качейки, регулировки громкости, что является жирным плюсом на самом деле. Какой аккумулятор и что на самом деле под аккумулятором вставляются 2 микросим-карты. Это очень важный фактор перед тем, как вставлять свою старую сим-карту, допустим. Это тоже важный фактор. Вот в чем суть. Так что вот, есть и такое, что не полностью показывают, а потом спрашиваются, как звонить, какова вибрация есть или нет. Это часто задаваемые такие вопросы. Но есть и такое, что блогеры просто не отвечают, а просто игнорируют эти вопросы, и все. Такова жизнь на просторах интернета. Так что, к счастью, на базаре ТВ есть все, что можно. На этот телефон Philips E168 уже есть обзор на канале.
все показывал, а у Катей все показывал. 2053D. 1 июля или 2 июля, не буду путать, делал на вот такой вот телефон, тоже все показывал, к счастью говоря. Какова вибрация, какой звонок динамик здесь один в этом телефоне. Удобство. Таково все. Я, конечно, планирую, если я заработаю деньги, приобрести сенсорные смартфоны. Сенсорные смартфоны. Что-то я заговорился с буквами. Так вот. Сенсорные смартфоны бывают, конечно, интереснее, да, соглашусь. А бывает просто... Есть и исключение о том, что какие-то телефоны можно купить. Какие-то годные сегодняшние кнопочные телефоны. К примеру, сейчас продают Philips Xenium E169. Это такой же, по сути говоря, годный аппарат, что и E168, но при этом... Пухенький, скажем так, корпус. Более того, как я узнал, если не ошибаюсь, у E169 нет доступа к интернету и к ММС вообще. То есть, можно сказать, на ура сокращена функция, но при этом полифония такая же хорошая, хоть и нежная, но хорошая полифония на самом деле. Вот в чем суть. А на этом все. Всего хорошего. Оставайтесь с нами вместе с телеканалом Базар ТВ. Всего доброго и до свидания.